Две женские саперные группы Азербайджана занимаются разминированием территории, освобожденного от оккупации села Намирли Ахдамского района. В работах по разминированию наряду с 25 женщинами-саперами и двумя парамедиками также задействованы трое мужчин в качестве руководителей групп, их заместители и 11 мужчин-саперов. Эти саперные группы уже разминировали территорию площадью свыше 595 квадратных метров, обнаружили и обезвредили 8 противотанковых, 12 противопехотных мин и 71 неразорвавшийся боеприпас.